Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет в Ильинском районе Пермского края. Сегодня у нас 2 апреля 2019 года. Вот такая вот прекрасная погода стоит. Солнышко светит. Небо голубое. Изредка облачка. Вообще красота, а не погода. Ну, плюс какой-то там, не знаю, небольшой. Может, 5-8 градусов. На градусник не смотрел. Сегодня я хотел рассказать, какие причины меня сподвигли заниматься сельским хозяйством. Их было несколько. Одна такая довольно-таки, ну, самая серьезная причина, это то, что примерно в 2007 году нашей семьей были приобретены земельные участки в количестве 240 гектар сельхозназначения. Ну, конечно, она приобреталась с целью перепродажи. Но кризис 2008 года все желание у людей отбил покупать землю. В общем, земля встала, ее никто не стал покупать. Все стали продавать, но никто не покупал. Вот. Ну и она у нас висела. Потом вышел закон, что если более 3 лет не используется, то землю государство забирает. Ну, как бы здесь тоже двояко у нас получается. Закон вышел после того, как мы приобрели эту землю. Ну, наша семья приобрела эту землю. И поэтому через суд это все можно оспорить, чтобы не забрали. Но тем не менее, как бы, получается, что земля просто стояла пассивом. Налоги, конечно, не такие большие, но все равно. И вот боязнь, что все равно потом мало ли могут забрать. Это же государство, не понравится, какой-нибудь кусок и заберут. Вот, с государством не поспоришь. В общем, такая ситуация. Это вот была самая такая причина, чтобы заняться сельским хозяйством. Вторая причина – это массовая автоматизация рабочих процессов. Ну, все больше и больше везде становится роботов. Машины уже начинают сами ездить. Машины сами себя грузят. Точно так же автоматические склады появляются. Люди становятся не нужны. Вот. И в дальнейшем они, я думаю, что вообще будут не нужны. Нужен будет обслуживающий персонал, а такое количество народу не нужно будет. Везде будут роботы. И, следовательно, не будет рабочих мест, будет голод. Вот. Люди начнут голодать. Это вот на мой взгляд. Но, как вот Стерлингов говорит, что чтобы такого не было, злые люди, которые голодные, они злые, могут революцию создать. Революция никому не нужна. И вот Стерлигов говорит такую вещь, что типа сейчас начинается массовая утилизация людей. Конечно, не знаю, правда, неправда. Все, конечно, может быть в нашей жизни. Но, в общем, люди скоро будут не нужны. Может, конечно, не в нашем веке, но там наши дети, внуки, возможно, уже этот процесс застанут. А на своей земле всегда можно будет посадить картошку, вырастить там куриц. В общем, голодным, по крайней мере, не останешься. Это вот вторая причина того, что мы занялись сельским хозяйством. Третья причина. Третья причина в том, что мне уже, честно говоря, надоело работать на дядю. Очень сильно надоело. И хочется работать на себя. Хочется создавать свое будущее своими руками. Именно вот работать на себя. Тратить свое здоровье на обогащение себя, а не на обогащение какого-то дяди, которого я даже не знаю. Вот. Это третья причина. Но пока все равно мне приходится работать на заводе.
Вот, 2 через 2. Работаю на заводе и езжу сюда. Ну, зимой реже езжу. Здесь у меня Александр с семьей живет. С женой. Вот, а вот только все растает, а пойдет у нас стройка. Нужно будет постоянно находиться здесь, чтобы делать какие-то дела, чтобы больше всего успеть за сезон. Вот. 3 таких самых серьезных причины, из-за которых я начал заниматься сельским хозяйством. Потом расскажу, чем я хотел заниматься и что у меня из этого получилось. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока.